Вот оно как работает, если они рядом в одной зоне. И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, на связи Вескер, Радуга, Мисс Крофт и, конечно же, Rise of the Tomb Raider, прохождение, она же восстание или восхождение восхитительницы гробниц Лары Крофт. Итак, ребят, сегодня продолжаем. В прошлый раз у нас были танцы с бубном, шабанами и бабой-ягой. Сегодня танцы с бубнами, собаками и бабой-ягой. Ну, еще и радугой дополнительно. Чего бы нет? Сегодня у нас продолжаем эту часть. Но просто выходит слишком длинно, я не решил это все разбить. О, чай как раз закипел. Давай, закипай. Ну ладно, пока он закипает. Мы сейчас с вами как раз залезем наверх. Веб-традиция выключается, а я не прощаюсь. Погнали. Так. Какая ж красота. Во. О, как раз скипел. Секундочку. Ой. Красота. Ну а сейчас пока пусть настаивается. Так, размешаем сахарок. Нам сразу же с бабой-ягой драться. Соответственно, куда без чая? Куда без чая, народ? Никуда. Никуда без чая мы. Молодец. О. Так, давай наверх. Давай, Ларочка, аккуратненько на вершину мира. Так. Ничего нет? Хорошо. Думал, мало ли что внизу лежит. Будет забавно, если реально здесь что-то еще лежит. О! Галлюциногены и химические котлы. Тут кто-то был. И недавно. На руинах что-то построено. Что видишь? Какая-то самодельная перегонная установка. Пахнет цветами. Черт! Разумеется! Она обрабатывает пыльцу. Использует ее в качестве оружия. Это не волшебство, Надя. Просто она очень умная. Но погоди. Если она обычный человек, почему пыльца на нее не действует? Видимо, научилась ей противостоять. Нужно узнать, как. Ну, сейчас узнаем. Только для начала дайте-ка я открою дверку, пожалуйста. Не так? Так. О, сейчас узнаем. Мне даже не дали посмотреть на дочь. Они забрали ее сразу после родов. Я пыталась бороться, но их было слишком вот много. Вот же суки. А у меня не было сил. Потом меня увезли. Разлучили с любимыми. Я оказалась в укромной долине с древними развалинами. Мне сказали, что я смогу увидеть семью, если соглашусь на них поработать. Конечно, я не поверила этим чудовищам. Но все равно согласилась. У меня не было выбора. Тут растут весьма интересные цветы. Пыльца воздействуют на разум. Поэтому тюремщики отказываются покидать аванпост. Я ботаник. И они надеются, что мне удастся разработать противоядие от этой травы. Наконец-то родине пригодятся мои знания. Я киваю и улыбаюсь. Играю свою роль. Второй раз им меня не сломить. Я выживу. Ради дочери. Ради Ивана.
То есть, получается, это та же самая, которая плеснула в рожу министру. Ну, если кто помнит прошлое прохождение. Как бы ее выбить? Да сейчас выбьем, Лара, успокойся. Проблема-то в чем? Понимаешь, в чем соль, ребят? Дело в том, что эта дамочка, видимо, переспала с этим горе. Охранником. Получилось? Вроде да. О! Милый костюм Бабы-Яги. Кстати, тут реально очень много костюмов в этой Яге. О! Что расскажешь? Я уже несколько недель нахожусь в этой долине. Вдали от лагеря и моих близких. Ивана и дочери. Мне было поручено найти противоядие, способное справиться со странным эффектом, витающей в воздухе пыльцы. Мне кажется, я разработала подходящую формулу. Экстракт семянки этого растения. Печень животного, съевшего цветок и переработавшего его токсин. Производная фенотиазина. Опасения вызывает лишь последний компонент. В лагере его предостаточно. Там его используют для борьбы с насекомыми. Производная фенотиазина по своему химическому составу схожа с другими известными мне соединениями. Из него может получиться элементарное антипсихотическое средство или яд. Я приму смесь сегодня вечером. Ну, в общем, дамочка у нас спятила, походу. Я кое-что нашла. Заключенный написал формулу, которая может помочь справиться с эффектом пыльцы. Должно быть, ее написала бабушка. Ведьма убила ее, но она даже из могилы пытается спасти деда. Прямо как в его сказках. А, Надя... Поверь мне, Лара, вернись ко мне на советскую базу. Я помогу тебе найти все необходимое. Быстрый переход. Ладно, сейчас вернемся. Можно было тогда доползти. Я отправилась в долину греха в поисках деда Нади, но едва унесла оттуда ноги. Я словно увидела сказку, но сквозь разбитое грязное стекло и... Папа. Умом я понимаю, что все это иллюзии, но... Эхо выстрела до сих пор звенит у меня в ушах. Там происходит что-то ужасное. Я не верю, что это волшебство, но это точно что-то необычное. Да, может быть и необычное, но что-то прекрасное. Это однозначно. Так, документы вроде нашли. Давайте сейчас мы тогда, знаете, как сделаем? Воспользуемся быстрым переходом. Вроде бы как. Но тут есть дорога обратно. Тут есть аварийные тайники и реликвии, поэтому мы с вами пойдем обратным путем, если никто. Так, подождите. Это самогонная зона, это сюда. Нам вот сюда. Надеюсь, я смогу здесь забраться. Да, могу. Это радует. Ну, все равно надо проходить, как ни крути. Так, спокойно, держим марку. Давай, Ларусь. Как приятно иметь вот этот вот красный подъемник.
Знаете почему? Потому что в прошлый раз там его дали чуть ли не в самом конце прохождения в гребаном Яматае. А тут у нас сразу в самом начале. Что может быть лучше? О, он буквально рядом лежал. Так. Ага, вижу. Вот, видите, все лежит доступно. Это должно быть была кадильница для окуривания ладаном, но ее использовали иначе. Ну, может быть, и использовали ее иначе. Так. Ну вот до этого базового лагеря мне уже, наверное, не добраться. Туда слишком долго ходить. Так. Я надеюсь, что кадильница сохранилась. Да. И как, мне скажите, добилась здесь возвращаться? Сейчас даже вообще не спрашивайте. Без понятия сам. Мы упали вообще. Или я каким-то образом сместил точку сохранения силы? О, нет. Так, подождите, мне же к ней... Да-да-да-да. Ой, спасибо. Я уж думал, не скипнул взглядом мне сейчас. Так, ладно, доберемся сейчас до лагеря. Но не бросать же артефакт в самом деле. Интересно, что стало все-таки с ее дедом? Ну, это получается, кстати, очень сильный галлюциноген. Мне, знаете, что кажется? Что это старуха и есть ее бабка. Угу. Отлично, базовый навык еще есть один. Смертоносная сила. Скрытые добивания быстрее позволяют расправиться с врагом с особой жестокостью. Бесшумное приземление. Удар сбоку. Санитар. Убийца-эксперт. Железная шкура. Фу, выбор-то хорош. Стальные нервы. Падальщик. Быстрое изготовление. Бомбы. Пульс смещ... Ну, как бы для пистолета, наносящий повышенный урон. Ну, это, конечно, полезное, но... Знаете, как мы сейчас с вами сделаем? Смертоносную силу. В оружии тоже что-то у нас есть. О, можем. Так, кожух ствола. Металлический кожух защищает... Кроме винток со скользящим затвором. А у нее есть что-то специфическое? Ну, это винтовка со скользящим затвором. Но я все-таки пользуюсь сейчас автоматом, хотя винтовка со скользящим затвором мне больше нравится. Она больше мне по душе.
Модификационный ударник. Скорострельность. Принимает ко всем винтом, кроме винтом с следующим затвором. Кожух ствола. Защищает стрелка от нагретого ствола, что позволяет быстрее пережать оружие. Беру вот эту. Быстрая перезарядка мне необходима. Так. Отправляемся. К старой доброй советской базе. Так, нет, это подземка. О, давайте в магазинчик. Да, пожалуйста, в магазин от кутюр. Нам нужно как раз с вами, во-первых, закупиться. Я не буду брать дробаш, потому что понятно, что оружие нам выдают. Оружку нам выдают. Поэтому нет смысла тратиться на нее. Но зато мы с вами пособирали вроде очень достаточно много византийских монет, ну, технически. Плюс мы можем открывать с вами часть местного, как говорится, оборудования. Так что давайте, почему бы и нет. То есть подкрываем все, что сможем, зайдем куда сможем. Я помню, что в каньоне у нас не открывались врата. Помню, у нас где-то еще было вот как раз таки пещерка одна. Тоже не хотел открываться, потому что там веревка вроде нужна. Сейчас как раз веревка у нас есть, так что можно обойти. Поиски Якова. Кстати, пишет. Я сбежала с базы Троицы, но если бы не Яков, то непременно бы утонула. Он отправился вперед, разведать дорогу до своей деревни в горах. Если помочь ему предупредить жителей, он бы... Может, прольет свет на тайны этого места. Ну, смотрите, если мы будем сейчас всем помогать из его жителей, то они вступятся за нас перед ним, и этот святош многотысячелетний срока выдержки нам покажет секрет бессмертия. Ларе же нужны просто ответы. Ну, в крайнем случае, вообще в идеале, если она сможет использовать источник, чтобы людям помогать. Ладно, Надя, я вернулась на базу. С чего мне начать? Хорошо. Сначала семянки. Цветы растут где-то в пещерах. Там их не очень много, плохо тебе не станет. Проблем быть не должно. С печенью все просто. Местные олени питаются цветами. Выследи одного из них и убей. И мне кажется, я знаю, где искать средства от насекомых. Дедушка научил меня читать по-русски. Я поищу в старых накладных, там должно быть написано, где они хранили химикаты. Как найду, сообщу. Хорошо. Я пока займусь другими ингредиентами. Эй, с возвращением. Больше золота, больше снаряжения. Нас вроде пока не засекли, но постарайся не светиться, ладно? А ты постарайся меня не соблазнять таким шикарным голосом. Нет, серьезно, он пытается меня соблазнить. Это я еще. Так, вот теперь у меня винтовка есть, я это забираю. Эка, у тебя что-то на голове. Ты бы лучше бы мне нож предложил бы. Реально, у меня ножа нет боевого. У Лары есть все, но нет боевого ножа. Так, это куда-то прицепить ей надо, видимо. А, нам это туда. А я и залезть не могу. А почему не могу? Потому что боевого ножа нету. О, кстати, точно. Здесь же еще и монетки где-то есть. Так. Может, я отсюда, кстати... О! Я видел зайчика, но он скрылся. О, вижу! Экзотическое животное.
Я сейчас видел отсюда огромного жирного кабана. Такой, знаете, ну реально огромный, такой жирный. Конечно, еще и олени водятся, что тоже, кстати, неплохо. Я где-то здесь видел кабана. Хорошего, крупненького. Ладно, идемте. Возьмем сначала вот это. Печень есть. Экзотика есть. Так, все есть. Походу, я его и видел. Ну, бывает, спутал там с чем-нибудь другим. Меня пугает пещера сзади. О, она туда и надо. Вот это, наверное, мне и нужно, да? Теперь нужны семянки. Надо собрать дурман. Желательно побольше. Так, где ближайший следующий дурман? Подождите, здесь что ли? Ну да. Но я уже забрал вроде бы. Нет, давайте все соберем. Раз здесь что-то еще есть, надо изучить. Вот. Лара, у меня тут кое-что интересное. Метка осталась. Все еще никаких вестей от команды Браво. Они молчат с тех пор, как мы получили сигнал бедствия. Нужно бы отправить спасательную команду. Заканчивайте обход советской базы и попробуйте выследить местную девчонку. Она как-то связана с исчезновением группы Браво. И прежде чем мы пошлем туда еще людей, нужны подробности. Вас понял. Сможешь где-нибудь спрятаться? Я в одном из убежищ, а снаружи полно ловушек. В худшем случае попытаюсь удрать через тоннель, но мне еще нужно дочитать накладные. Для тебя это обычное дело, Лара? Я еще не привыкла к тому, что на меня охотятся. Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Просто не высыпалась. Я привык. Волчья пещера. Да вы издеваетесь. Ну ладно, давай. Ну иди сюда, шавка. Я только за цветами. Не трогайте меня, и все будут живы.
этот реактив из записок бабушки. Фенотиозин. Кажется, нашла. Они хранили его на нижних уровнях медиплавилки. Они им летом термитов травили. Надя, ты уверена, что это нужный нам реактив? Да, именно его в своих записях упоминает бабушка. Хотя я не знаю, можно ли его пить. Ну, это мы скоро узнаем. Иду за ним. Да, скоро узнаем. Потравимся и узнаем. Гениально, Лара. Ты прямо... мастер. Ха! Изготовление противоядия. Тебе туда и надо. Дожили. Вот куда не хочу идти, туда мне и говорят иди. Сначала я зайду к себе туда. У меня опять несгораемый ящик там. Не знаю почему. Он что, пополняется время от времени? Ну, если так, конечно, это было бы здорово. Я не отрицаю. Белки, зайчики. Какая милота. Ты вернулась? Хорошо. У нас есть дело. Ну, в чем проблема? Говори. Я отправил воинов в долину. Двоих самых смелых ночью захватили враги. Я уверен, они еще живы. Третий убежал. Он говорит, что пленники заперты под железнодорожной станцией. Перед тем, как убежать, он видел, как их посадили в клетки. В долине осталось еще десяток воинов. И я должен быть здесь, руководить ими. Но ты... Я видел, на что ты способна. И теперь вынужден просить тебя о помощи. Давай уж. Да, конечно. Спасибо. Они знали, на что шли. Они с радостью отдадут свою жизнь. Но я не могу этого допустить. Настоящий лидер. Ничего не могу сказать плохого. Я что-то не понял. Где мой ящик? У меня четко пок... Или это... А, это, видимо, скорее всего, его показывает. Ладно. У нас, конечно, Баба Яга тоже в процессе. Но нам вот сюда надо. А, ну туда можно. Это как раз тоже по пути. Слушай, это вообще красота. А есть куда еще? Подумал, надо... О. Аварийный тайник. Давайте я сейчас туда телепортируюсь и посмотрю. Я, походу, один аварийный тайник пустил. Как я вообще могу пустить? Идиот. Ладно. Собираем все. Нам все надо. Да, давайте. Нет, ну нам реально туда надо. Потом мы с вами сходим за... имбецилами, что попались в плен. Потом за остатками яда. Мы эту бабьюшку добьем. Мы добьем эту бабьюгу. Мы даже если не добьем, мы ее похороним. Да. Итак. Где этот... Надеюсь, там, кстати, нет врагов. Будет забавно, если они есть. Забавно для них. Я должен признать, они молодцы. Они отлично оборонялись. Учитывая, что это все-таки тюремный комплекс, и Константин там себе сидел, сидит до сих пор. Я думаю, что, скорее всего, нам предстоит с ними там еще не раз побороться и повстречаться. Тем более, что вроде бы мы там не всех зачистили. Так что пойдемте, посмотримся. Но я уж сомневаюсь, что они нам дадут там спокойно проходить. Но я сам виноват, что не все зачистил, не забрал оттуда. Хотя я сразу удивляюсь, как долго загружается. Знаете почему? Потому что я записываю сейчас несколько эпизодов подряд, включая эпизоды с тюрьмы, когда мы там были. То есть, да, это все подряд записывается. Так проще. Записал все заранее. То есть большим порциями, потом выпускаешь понемножку. Это реально очень просто.
Ну, идемте, заберем. Парни, выскакивайте. Лядь здесь. О. И лут лежит везде. Это вообще, вообще шикарно. Лут везде валяется. Бери, не хочу. Ничего больше нигде не осталось. Бегу такой, хожу себе, все собираю, все разбираю. Ух ты, слушайте, ночью это, конечно, жуть было, но днем еще как. Вот здесь где-то, да, по-моему? Ага. Кабан. А я, кстати, и видел кабана как раз-таки. То есть все забрали теперь? Да. Теперь мы забрали все. Теперь нам вот сюда. Можем сразу тогда в лагерь телепортироваться. Правда, я боюсь, что как бы нас сейчас не прибили там. С другой стороны, в самой гуще событий. Почему бы нет? Эх, скрабы. Я, кстати, удивлен, что краска до сих пор не выцвела. Что у нас по рюкзаку? Дробашься предлагаешь? Да, предлагается дробаш. По оружию тоже, кстати, что-то есть. Но там нужен ремесленный комплект. Кстати, точно. Давайте сейчас мы, знаете, как сделаем? Я сейчас телепортируюсь сначала к нашему торгашу. Я не увидел ремесленный комплект нигде. Возможно, я просто проглядел его. Мы посмотрим сейчас, сколько он стоит, и будем на него копить. С помощью него я могу прокачивать потом оружие. Всех мастей. А если прокачаем все оружие всех мастей, то мы сможем с вами отлично здесь устроить армагеддончик. Вы знаете, такой скромненький, со вкусом. Где-то с щепоткой пряности из безумного ужаса и кошмара. В глубине Сибири с русскими морозами и чашечкой ароматного чая с Эрл Грей с лимоном. Да, знаю, настолько это безумно звучит, но безумие — это моя вторая натура. И под безумием имеется не отсутствие интеллекта, а наоборот, безумное его преобладание. Так, сказал товарищ Эскерняк. Сделаем сейчас противоядие. Слушайте, ну учитывая, что я бегу туда-сюда, он уже 33 записываем, да. Ну, нет, наверное, мы успеем. Хотя на битву с Бабой Ёжкой, наверное, не успеем. Но я тоже ее сегодня запишу. Потому что скоро у нас еще стрим надо будет делать. Так, давай уже. Так, мистер Торгуляч. Я не буду, наверное, прогружаться, я просто проеду. Еще что-нибудь нашла? А то они уже начинают подозревать. Скоро надо будет валить. Гранатомет. Диверсант. Ремесленный инструмент. 175! 175. Ты это грабеж! Ну это грабеж. Это грабеж. 175 византийских монет. Но он спятил. Так, а я понимаю, что нам теперь... О. Мне только сейчас дошло, что вон там что-то может быть.
Ну ладно, там лагерь. Попал? Не попал? Белка? Сам виноват. Ну, сбежал и сбежал, моя наивная. Можно было бы взять еще больше. В всякий случай смотрим наверх. Животное может быть и сверху. Заяц не пали контору. Вот оно как работает, если они рядом в одной зоне. Я думал, этот прием вообще не работает. Да он работает идеально. То есть, если они бегут в одной зоне, это лучше для охоты использовать. Ладно. Но это не экзотика, это просто... Это просто горный олень. Так, березку тоже ощипай-ка. Так, еще древко. Так. Ага, вот она, дверка. Ну что, заглянем в пещерку? Давайте тогда уж. Цветочки-то растут. А византийские монетки лежат. Деталь блочного лука. Неплохо. Снова одна. Заберитесь на крышу завода. Мне как бы не на крышу надобно. Мне надо немножко в другое место. Но мне, походу, надо в одно и то же место, так смотрю. Что там, что там? Ладно, давай тогда мы сейчас пока оставим последний ингредиент. Сейчас отправимся спасать долбоёбов. Давай. Так, отлично. О! Как холодно. Так. Да ладно, Лара, все нормально. Так. Так. Давай, лезем наверх. Спасем ребятишек, а с дедом мы успеем разобраться.
Так, неплохо. Прошли. И наверх. Давай. Лезем, лезем, лезем. Лезем наверх. Лезем, лезем, лезем. И сил у нас нет. Сквозь горы аж цепляется. Молодец. Так, и где это мы? Мы возвращаемся, по сути, в зону, откуда начинали. Мне это нравится. Давай. Вот идиот. О! На фотку. Я почему-то чувствую, что он здесь не один. О, тут еще есть след геолога. Ну давай, расскажи, что тут мне сокрыто. Буквально один рядом со мною, один с лагерем здесь, один с лагерем здесь и два с нашим классическим базовым лагерем. В общем, ребята, у нас с вами сегодня очень много сборов. Будем заниматься сборами. Так, ну идемте внутрь. О, а тут мы были. Плюс у меня есть отмычка. А, я же ее открывал. Подождите. Мне как бы вниз надо, да? Давайте тогда сюда зайдем заодно. О, короткий путь. Нет, ну раз это короткий путь, не могу не воспользоваться. А. Ну точно. Я могу воспользоваться только одним коротким путем. Так, ну ладно, раз это спуск вниз. Здесь есть. Давайте туда и пойдем. Скорее всего, нам нужно под землю. А вот и пленники. Все живы, все здоровы, все тихо, без кипиша. Эй, эй, скорее сюда. Все хорошо. Держись, я тебя оттуда вытащу. Так. Ну вы как? Девушка жива? Парень тоже давай-ка. Ладно. Идемте. И не останавливайся. Мы обязаны тебе жизнью. Надеюсь, вы мне отплатите долг. А мне тут нужно еще пособирать. Все так благодарны за помощь. Мы знаем эти земли. Но с каждым годом нас все меньше. Как хорошо, что ты на нашей стороне. Спасибо тебе. Да, не за что, обращайтесь. А я пока пойду. Мне тут... Табличка сытится, прям меня корежит.
Так. Идем сюда. Оттуда потом телепортируемся в верхнюю секцию. И там пройдемся и спустимся. О, и древки. А древка-то восстанавливается, я смотрю. Пойди, собирай. Надо, кстати, реально прокачать. Так, где этот? А? Заяц бегает. Ну и чё с ним. Причём, заметьте, я же здесь все обрыскивал. А, все запрятано. Ну, спасибо. Ну, как бы прокачиваем способную ученицу. Почему бы и нет? Так, отправляемся теперь еще в один лагерь. Давайте тогда сейчас все это дело соберем. Потом отправимся в основную зону лагеря. Чтобы уж у нас все было на руках. А, в оружии что-то могу сделать? В каком именно? Скорее всего, я могу сделать что-то вот из всего вот этого. Да, вот, я могу, наверное, специальную руку сделать. У меня нет ремесленного инструмента. Вот, кстати, баг такой в игре бесячий. Она тебе показывает, что ты что-то можешь сделать, но пока у тебя не будет это гребаные ремеслухи, ты ничего сделать не можешь. Так. Мне вот сюда, да, телепортироваться. И там сейчас мы соберем все плюшечки. Плюшечки все соберем. Итак, пока идет прогрузка, наверное, буду вебку включать. Ну, просто реально логично, что когда идет прогрузка, лучше вебку включать. Так вот, мы сейчас соберем все эти ящики, потом отправимся ко входу, то есть там, где лагерь находится в центре, прямо у входа в эту медную шахту. И там, по-моему, должен быть подъем, подъем наверх. Чтобы на крышу могли подняться, не нарушая сюжетную логику. То есть, чтобы можно было прибить Бабе-Ягу по-тихому. Я надеюсь, кстати, что за это нам дадут очень много византийских монет. Вообще, мы нашли огромную боевую треву, полную, груженную золотом. Что она делает? Ну, там пару горсточку и пошла. А можно было туда возвращаться, возвращаться, брать, брать золото, золото, золото. Вон. Зачем? Зачем взять 175 монеток золота? Я не понимаю этого. Я не понимаю этого. Нет, серьезно, я этого не понимаю, я этого не воспринимаю. Лара какая-то лентяйка у нас. Нет, ну логично. Проще было бы сделать даже... Конечно. Так, ладно. Начнем с этого, с этих мест. Ну и где он? Давай, добывай. Рога? Нахуя в аварийном тайнике рога? Нет, серьезно, на кой черт в аварийном тайнике хранятся рога? Это вообще зачем? Счастливый! Если первая пуля по нему не попала, я не буду его добивать. А, надо еще задание же сдать точно. Ну, сдадим параллельно, что нет-то. Так, отлично. Все забрали, да? Да. Можно теперь в тот лагерь телепортироваться, а под...
Так, теперь давайте вернемся в базовый лагерь. Здесь можно подняться, я помню. Мы давненько здесь с вами не были, но я помню дорогу. Помню, что здесь есть подъем. Я вот сквозь растения бежим. Птица, не мешай. Давай, птица, ты быстрее меня. Давай. Чуть-чуть. А он выжил. Так. Так, и лагерь. Как раз новый навык появился. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Каменное сердце. Получайте меньший урон от вражеских выстрелов и атак в ближнем бою. Данный эффект действует совместно с навыком толстая кожа. Адреналин. Сразу после совершения бесшумного убийства вы кратко время получаете пониженный урон от ударов врагов. О, ну это хорошо. Это что у нас? Сильнодействующее средство. Сразу после перебинтовывания ран во время боя у вас недолго возрастает защита от урона. Чё-то это вообще бимба. Адреналин. Хорошо. Но давайте давайте сердечко лучше. Нет, но это реально более эффективное средство. Ничего с этим не можем поделать. Так, и быстрый переход. Нам вот сюда сначала. А оттуда я сдам задание, получу бонус. И... оттуда мы с вами успешно... Ой, моя спина. Ой, отпуск, записываю видео. Так вот. И оттуда мы пешочком дойдем до последнего базового лагеря. И там... Ну сколько? Ну 53 минуты, но целый час ролик выходит, да? Ну, нет, там, наверное, прорвемся, потому что... Ну, сейчас квест зададим. Вот, чтобы сохранилось, чтобы все дело. Потом дойдем до последнего лазового лагеря, я туда зайду. И там, скорее всего, попрощаемся. Ну, может, еще на какую-то фауду поохотимся по дороге. Если только игра соизволит вовремя запуститься. Давай. Быстрей. Причем сейчас, по-моему, мы с вами только прошли на 1/4 часть. Так, вот вы столько... Реально, контента много. Ёшка вообще верно зашла. А ну иди, баба Ёшка, не разговаривай. Давай свою избушку, Ёшка. Подрывай Константину рябь. Баба Ёшка тут идет, всех разносит вдоль. А она здесь орёт: это моя земля и территория. Не знаю. Частушки не мои совсем, конечно, но черт, вот прям вспоминаю. О, погнали. Так, для начала зададим квестовый. Посел ссылка. Лара, подойдите, пожалуйста, спасибо. Ты тут еще? Я нашла ваших воинов. Они живы. Нет, не слепой случай привел тебя в эту долину, Лара Крофт. Мы мало чем можем тебе отплатить, но надеюсь, это тебе пригодится. Лазучица, получит новое снаряжение. А, что это? Лазучица. Это что-то из снаряжения, мне кажется. Сумка для под... Нет, это все у меня и так есть. Значит, не здесь. Только не говорите, что это что-то в экипировке. Походная куртка.
Так, Устельга, Альфа-хищница, Беладонна, Белый страж, Поплот надежды, Короткая куртка, Лазуч, да. Да, это костюм они дают. А ты кожаная куртка? Это получается, как в Доме Крофт, наверное, я так понимаю. Можем посмотреть? Да, это как в Доме Крофт. Нет, я возьму стандарту. Походная куртка, стандартная наша, мне она нравится. Костюмы. Костюмы. Но, с другой стороны, это все-таки костюм, которых у меня еще как бы вроде как и не было. Так, по оружке пока мы ничего не можем там скрафтить, да? Ладно, идемте туда. Нам все равно туда. Так, идемте туда. Что? Давай-ка забирайся. Тут, по-моему, должен быть спуск. Так. Ладно, хотел проходиться, но да ладно. Тут где-то должен был быть еще подъем стратегический, насколько я помню. Можно было, по-моему, подняться. Дайте я посмотрю. Чисто обойду сейчас со стороны. Ах, подождите, могу по карте посмотреть. Да, что можно было здесь, по-моему, обойти. Так. А, нет, не дадут. Ну ладно, не дадут или не дадут. Просто здесь, по-моему, где-то можно было подняться наверх. Либо, значит, на внутренней площадке. Как вариант. Это как-то ломается, такое, не знаю как. А ларчик просто открывался. А ларчик просто открывался. Так. И нам нужно как бы вон туда. И естественно, чтобы мне добыть все необходимое и попасть туда, мне нужно, разумеется, пройтись по заводу. Хотя, давайте-ка откроем. Так, кстати, могу сделать? Рывок веревки. Ну, давайте откроем. Посмотрим, что же будет. Если я здесь смогу как-то обойти. Лара, ты цела? Да, обойти, да, можно. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. О. Еще одна статуэтка, только похожа на игровую фигурку. Ну-ка.
Это какая-то мозаика. Выглядит знакомо. Где-то я такие уже видела. Ну да, это старые, добрые такие вот фигурки для изучения. Так. Да, сейчас здесь откроем. И заберу, да, иногда уж это средство. Византийские монеты. А, даже не византийская монета сейчас была. Я даже вот отсюда, наверное, могу с помощью лука вот это вот открыть. Но вот здесь ничего открыть не могу. Знаете ли, обидно. Если только тут, конечно, каким-то взрывным веществом надо бросаться. Древко полно. Так. О. Товарищи, прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного нами невероятного открытия. На одной из глубоких разработок шахтеры пробурили проход в огромную пещеру, полную невиданных развалин и реликвий. Как ни странно, сильнее всего это открытие повлияло на рабочих, набранных из местных жителей. Они определенно знают что-то об этих развалинах. У меня стойкое ощущение, что мы стоим на пороге еще более великого открытия, поэтому мы переводим заключенных на круглосуточный режим работы. На круглосуточный... да. А сверхурочный платите или вот так? Круглосуточный режим работы, ну суки. Что еще есть из круглосуточного режима? Монетка одна византийская, одна монетка. Но мне нужно забрать только вот эту вот здесь. О. Давай, откроем. Мне только зелье вот забрать. Я только за зельем. Фё, а там не туда надо лезть, да ведь? О, здрасте. Мне, конечно же, внутрь, да? Ладно, давайте сейчас вот здесь быстро окрестность так осмотрюсь. Если здесь нигде больше византийки не валяется. А она, скорее всего, валяется. Где? Ага. О, кстати. Здесь рядом есть еще... А, ты надо мной, да? Ну, наверх пока лезть не будем. А вот то, что все на первых этажах, это сейчас возьмем. Потому что тут еще пещерка есть. В общем, походу, Баба-Яга у нас что-то пока отдыхает, я смотрю. Баба-Яга пока отдыхает. Так, а это без огненной поддержки не добить. Так, стоп. Вот. Что там у нас? Пружина. Что-то новенькое. Ладно, давайте вернемся в наш лагерь.
Ну, конечно, металлолом захватим. Может, что-то еще получится создать. Лара, возьми, пожалуйста. Ой, да уж. Жуткое красивое место, как ни крути. Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться, но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой Источник здесь, и я ищу его. Он знал, что Источник изменит представление о людских душах. Изменит мир. Но отца больше нет. Ну, знала хорошо. Ну, не кори себя, Лара, не кори. Вот смотрите, вот... О, здесь что-то можно сделать? Доступные улучшения. Пистолет-пулемет. Увеличенная обойма. Вот это что-то новенькое. То есть мне не хватает для увеличения обоймы что-то одного. Но, опять же, модифицированный ударник... Ствол для кучной стрельбы. Ствол, изготовленный с малыми допусками, повышает точность стрельбы. Наносимый урон применяется ко всем. Вот это беру. Берем, берем. Наконец-то что-то стоящее. Красота. Да, прямо так вот цесси. Хотя с хитмановским револьером ты даже лучше смотришься. Посмотрите, как стоит. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, Discord, ВК, ДНР, Telegram, ссылочки все в описании на наши социальные сети. Ну а с вами был Вескер, спасибо всем, кто смотрел эту премьеру, надеюсь, вам понравилось. Мисс Кросс, спасибо большое. Бабу-Ягу мы продолжим в следующем эпизоде, надеюсь, вы будете его смотреть. Да не, надеюсь, я знаю, что вы смотрите. Гигантская Баба-Яга против Лары Кросс, кто победит? А победят галлюциногены? Что ж, с вами был Вескер. Увидимся на вечернем стриме. До скорой встречи, пока. Удачи.